Ну что, сегодня у нас 1 декабря и очередные новиночки и покупки из магазина Fix Price. Сегодня видео у меня будет совместным с каналом моей подруги Марина Star 81. Ссылку на обзор покупок Марины я оставлю в инфобоксе под моим видео. Заходите и смотрите. А кому интересен обзор моих покупок, оставайтесь со мной, и я приступаю к обзору. Итак, первая моя покупка — это вот такой вот замечательный новогодний поднос. Размер этого подноса 25 на 35 сантиметров. Значит, производитель Китай. Сделан он неплохо, он очень легкий и очень удобный. Значит, в магазине Fix Price там были различные изображения на подносе, но мне почему-то понравился именно вот такой. Вот, и приобрела я такой поднос по цене 50 рублей. В принципе, это недорого. Вот, посмотрите, вот чуть подниму камеру и покажу вам. Оригинальным, вот, и с новогодней тематикой. Следующая покупка из магазина Fix Price — это новогодние наклейки. Вот такие новогодние наклейки. Здесь размер, значит, наклеек 33 на 29 сантиметров, и они с новогодней тематикой. Вот так они смотрятся, они очень переливаются, вот, в принципе, очень-очень красивые, они нежные. Я думаю, что можно такие наклейки наклеить и в детскую комнату, и в гостиную. Вот, отклеиваются они очень хорошо, также я уже попробовала, они очень хорошо держатся. И такие наклейки стоят в магазине Fix Price 50 рублей. Вот такие вот симпатичные. Мне они понравились сразу, и я их с удовольствием приобрела. Следующие мои покупки — это подарочные коробки. Наверное, все вы знаете, кто меня смотрит, что я люблю коробки и банки. Вот, коробок подарочных много никогда не бывает, потому что в преддверии Нового года всегда ты даришь подарки, и если ты ее подаришь в оригинальной коробке, это будет очень и очень приятно, и очень, кстати, симпатично. Купила я сегодня две коробки, значит, купила первую коробку, это вот такая, с новогодней тематикой, со снежинками, вот с таким замечательным красивым бантом. Вот, внутри коробка вот такая обычного белого цвета, она очень плотная, очень практичная, крышка закрывается плотно и, в принципе, оригинальная. И продавалась она по цене у нас 55 рублей, вот такая коробочка. В принципе, я думаю, что если сделать подарок, будет кому-то очень и очень приятно. И следующая коробка. Коробку такую я уже покупала и решила приобрести вторую. Она мне очень-очень понравилась. Посмотрите, какая она оригинальная. Бант здесь побольше. Вот, размер этой коробки тоже чуть-чуть больше. Вот, она сделана, крышка вот в таком золотистом цвете, а сама коробка красная. Тоже очень-очень хорошо закрывается крышка, достаточно плотная. Вот. Вся эта коробочка, видите, переливается. И цена этой коробки составляет 55 рублей. Так что я думаю, что это выгодная покупка, которую можно купить и сделать в ней подарок. Следующая покупка — это вот такая замечательная мишура. Значит, новогодняя, 30 сантиметров. Длина, значит, здесь написано, что производитель — это Китай. Состав здесь у нас идет ПЭТ и железная проволока. Здесь их 60 штук. Ну, первый раз я такую покупаю, никогда я такую не приобретала. Сразу признаюсь, она идет различных цветов, но я почему-то всегда
стараюсь на Новый год покупать мишуру, игрушки, все почему-то в синем или в голубом цвете. Вот. Мне больше нравится именно такой цвет в Новый год. Сейчас я ее открою, и мы посмотрим, что у нас внутри. Итак, я открыла, и получается здесь вот, вот такая мишура, да, она с длиной 30 сантиметров. Внутри железная проволока, что позволяет нам делать различные фигурки, различную форму этой мишуре. В принципе, это оригинально, можно, допустим, на что-то ее обмотать, вот, мне, в принципе, нравится. И цена такой мишуры у нас составляет, сейчас я вам скажу, составляет 50 рублей, вот, так что... Вот такая мишура продается в фикс-прайсе в любых цветах. А следующая покупка — это вот такая красивая декоративная лента. Здесь она идет в ширину 6 сантиметров, в длину 2,7 метра. Производитель Китай. Ленты, также скажу, что шли различного цвета. Вот, и я всегда-всегда стараюсь покупать именно в синих или в голубых. Мне эта лента понравилась, вот, так как я делаю много подарков всегда и украшаю квартиру, мне эта лента показалась, что она мне будет интересна и нужна. Посмотрите, какая она красивая, оригинальная, вот, и если, допустим, сделать подарок или же какую-то что-то задекорировать, то это будет очень-очень оригинально и симпатично. Вот такая лента, и стоит такая лента в магазине Fix Price у нас 50 рублей. Вот такая замечательная, красивая лента. Следующая покупка — это у нас подставка под горячее в ассортименте. Здесь их у нас две штуки. Вот такие замечательные подставки с новогодней тематикой. Вот, сейчас я открою, и мы посмотрим, что у нас внутри. Вот такие вот подставки, здесь одинаковые рисунки. Вот, значит, здесь картон и дерево. Это новогодняя тематика, и такие подставочки стоят 50 рублей. В комплекте, еще раз повторюсь, их две штуки. Следующее приобретение — это вот такие свечи, свечи чайные, здесь 12 штук, и они ароматизированные. Производитель у нас Китай здесь. Что могу сказать, вот такие свечи мне понравились больше всех. Запах здесь очень нежный, очень приятный, напоминает ягодный запах. Вот, они вот такие вот маленькие достаточно, потому что я всегда покупаю перед Новым годом много свечей в Икее, там, конечно, свечи гораздо повыше. Здесь они маленькие, но ничего страшного, я покупаю их на новогоднюю ночь. Очень люблю вот такие именно маленькие свечи. Они создают уют и приятную теплую обстановку. И вот такие свечи у нас продавались по цене 50 рублей. Вот. Так что я думаю, что это выгодное приобретение. Следующая покупка — это вот такой блокнот. Блокнот продается в фикс-прайсе в различных цветах. Красный, розовый, золотистый, вот такой синий. Я вам еще раз скажу, что я все люблю синее почему-то. Значит, он закрывается вот на такую очень удобную резинку. Вот такая резиночка. Вот так блокнот выглядит с задней стороны. Продается он по цене 99 рублей. Вот что здесь у нас написано. Это блокнот с зеркально-глянцевой обложкой. Производитель, значит, это Китай. Вот. Вот такой блокнот. Внутри он обычные у нас идут клетчатые листочки, листы в клетку и ничего более. Но я думаю, что... интересный блокнот, очень красивый, очень красочный. И продается по цене он 99 рублей. Следующая покупка, которой я очень и очень довольна.
Я давно хотела купить себе вот такую замечательную косметичку, и я ее нашла. И знаете где? В магазине Fix Price. Чему я очень и очень довольна. Вот такая косметичка, она продается по цене 99 рублей. А производитель здесь Китай. И она продавалась у нас в магазине в двух цветах. Вот такой вот коричневый с блеском и розовый с блеском. Вот такая вот косметичка. Посмотрите, как она оригинально выглядит. Очень достаточно хороший замок. Очень удобно открывается. И что немаловажно, она внутри достаточно большая. То есть я искала специально такую косметичку, чтобы мне брать куда-нибудь в дорогу, в поездки, чтобы она была, во-первых, легкая, компактная и удобная. И немаловажное, чтобы она была оригинальная, симпатичная. Вот, я такую косметичку нашла, чему я очень-очень рада. Вот, так что вот такая вот оригинальная косметичка продается в Фикспрайсе за 99 рублей. В очередной раз я приобретаю вот такой шарф женский. Здесь размер идет 25 на 30 сантиметров. Что могу сказать? Производитель, естественно, у нас идет Китай. И я брала уже в предыдущем месяце, кто смотрел мое видео о покупках с Фикспрайса, два вот таких шарфа. Значит, я брала розовые и черные, они просто очень классные, они очень мягкие и удобно носятся. И так как у меня не одна куртка, я решила приобрести под вторую куртку вот такой шарф серого цвета. Он с рисунком, он точно такой же имеет рисунок, как и на предыдущих шарфах моих. Он очень мягкий, очень оригинальный. И шарф у нас стоит в магазине Fix Price 77 рублей. Очень много расцветок, и зеленые, и салатовые, и белые. Но я беру те шарфы, которые мне подходят к вещам. Так что я считаю, что это очень и очень хорошая покупка. Следующая покупка — это вот такой органайзер для косметики и аксессуаров. Органайзер мне очень понравился, он продавался в магазине Fix Price в двух видов, то есть, значит, один был вот такой повыше, второй был ниже. Мне необходим вот такой органайзер, который повыше, потому что здесь я буду ставить именно кисти и блеск для губ. Губными помадами я не пользуюсь, я пользуюсь только блесками. Мне здесь будет очень удобно все это размещать. Продается вот такой органайзер у нас в магазине по цене 77 рублей. А что я здесь буду хранить и как буду применять, я вам покажу в ближайшем видео в обзоре о том, как я применяю товары из магазина Fix Price. Вот. Так что вот такой симпатичный органайзер. Приобретаю также уже второй вот такой контейнер для специй. Один у меня контейнер уже есть, я его с удовольствием использую, но специи у меня почему-то прибавляются и места стало маловато. И я решила приобрести такой же второй вот контейнер. Он очень-очень удобный, он здесь с ограничителями, здесь 4 ограничителя, они с легкостью сюда вставляются. Вот, значит, производит такой контейнер, это город Москва. Вот, он не имеет никакого запаха, он очень легкий и сделан качественно. И такой контейнер я купила по цене 99 рублей. И очень рада этой покупке. Каждый раз, когда я еду в магазин Fix Price, я всегда покупаю салфетки. Это салфетки у нас детские, влажные детские салфетки с возраста 0+, с экстрактом алоэ, витамином Е. Значит, ноль спирта, силикона, парафинов. Ну, что могу сказать? Салфетки эти классные, на самом деле, здесь 120 штук. Вот, говорила и буду говорить, что есть дешевле салфетки, например, в Ашане, но это не то. Знаете, каждому
свое мнение навязывать не будешь, поэтому я придерживаюсь того, что вот эти салфетки все-таки лучше. Они стоят у нас в магазине 55 рублей в фикс-прайсе. Они очень мягкие, с приятным запахом, не сильно мокрые. Вот. И, кстати, могу сказать, что действительно они очень и очень хорошие. И последняя моя покупка – это Синерджетик. Куда я без него? Я его покупаю каждый месяц, каждое первое число. Мне он очень-очень нравится. Он густой, он легко пенится, не имеет никакого ярко выраженного запаха. Мою я этим гелем не только посуду, а также детские игрушки и фрукты. Он в этом месяце у нас продавался с ароматом алоэ. Мне он тоже очень нравится в объеме 0,5 литра и по цене 99 рублей. Вот такие небольшие покупки я сегодня вам показала. Вот. Если они вам понравились, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Вашим комментариям я рада всегда. Всего вам хорошего. Всем пока-пока. С наступающими вас праздниками.